три части снизу лодки. Нет войне! Нет войне! Война это преступление! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Путин враг России! Путин убийца! Путин неизвестно будет! Это война, да? Да? Полиция, вы за Россия без Путина! Россия будет свободной! Путинизм – это фашизм! Ну что, молодец! Дмитрий, что можете сказать по этому поводу? Ничего неожиданного, все как должно случиться. Полиция у нас охраняет режим, режим, который нападает на другую страну, убивает людей. Это никаких сюрпризов нет, к сожалению. Чудовищно. Война это всегда плохо, и простое мирное население войны не хочет. Это политики делят власть, делят выборы, делят землю. Страдают простые граждане, простые люди. Наши солдаты идут воевать, выполняя свой долг, они давали присягу. Их солдаты выполняют свой долг, они защищают свою родину. Виноваты в этом, конечно, те руководители, те военачальники, которые их направляют, стравляют друг с другом, направляют их воевать друг с другом, убивать друг друга. Это, конечно, страшно и страдает. Пострадаем все мы, все мы. У меня родственники живут на Украине, моя мама украинка. У меня много друзей, у которых с Украины, там есть родственники. Есть друзья, у которых сейчас дети служат, их отправили на Украину. Вот. То есть, ну, страшное дело, что говорить. Это всегда страшно. И люди, которые выходят, вот сейчас Николая арестовали, вышел с плакатом «Нет войне, да, за мир». Это у нас теперь, получается, запрещено. Призывать к миру за прекращение войны у нас запрещено. Воевать, призывать резать головы россиянам, это значит можно. Это не экстремизм, это нормально. И этих же людей сейчас, этих бандитов, головорезов отправили на Украину. Учить их любить Россию, учить любить нас. Ну вот, к какой любви мы придем друг к другу. Стравливают между собой братские народы.